Пляжный сезон официально стартует 1 июня, но многие запорожцы уже традиционно не стали дожидаться лета. Едва температура воздуха достигла отметки плюс 25, отправились загорать на солнце и купаться в Днепре. Виктория Печерская решила узнать, стоит ли открывать сезон раньше времени. Специалисты КП «Титан» ежедневно убирают центральные и правобережные пляжи. Рабочие уже отремонтировали и покрасили навесы от солнца, раздевалки, урны, привели в порядок систему водоснабжения. Но это только часть работы. В планах у специалистов к 1 июня установить на пляжах медпункты и оборудовать места для отдыха. Пляжи готовы принимать людей, но официально пляжный сезон еще не открыт. То есть еще не установлены буйки. Будем говорить так. То есть люди приходят и купаются на свой страх и риск, ну, закаленные товарищи. То есть на центральном пляже будет работать пункт проката спортинвентаря. Дополнительно оборудуется еще одна волейбольная площадка. То есть у нас их будет 4 на центральном пляже. Одно футбольное поле. Житель Запорожья Олег пляжный сезон для себя и не закрывал. В Днепровских водах купается круглый год, и поэтому сейчас вода для него теплая и приятная. Говорит, закаляется с детства и всем рекомендует. Перед тем, как в воду заходить, нужно себя подготовить. Упражнения сделать, вот. Прыжочки, побегать, разминаться. А потом уже, значит... Потихонечку, значит, принять водные процедуры, но себя не переохлаждать. Пользу закаливания признают и медики, но отмечают, организм нужно подготавливать постепенно и систематично. Рекомендуют начинать с обтирания холодной водой, посещать сауны. С купанием в реке, пока вода не прогреется хотя бы до 15-17 градусов, стоит повременить, говорят медики. А людям с хроническими и острыми заболеваниями и вовсе советуют дождаться настоящего лета. Опасность как раз переохлаждения может привести к обострению того же бронхита, как я уже сказала, развитию респираторной вирусной инфекции, если организм не подготовлен. Поэтому вот в этом смысле нужно остерегаться в первую очередь. Также нужно учитывать, что лабораторные исследования песка и воды в акватории пляжей будут у санэпидемиологов ближе к июню. Так что все-таки рекомендуют подождать до официального открытия пляжного сезона.